Достаем из пакетов. Видим, что мы видим? Это что у нас? Корни. Молодец, молодцы. У корня есть вот здесь, откуда они начинаются, как место называется? Корневая шейка. Вот наша задача с вами не заглублять корневая шейка, чтобы у нас не начал гнить стволик. То есть корни должны у нас попасть в землю, и мы будем плотно утрамбовывать, чтобы не было воздуха и так далее. Посадить 70 миллионов деревьев в честь погибших во время Великой Отечественной войны поможет акция «Сохраним лес». Экологическое мероприятие прошло в Сестрорецком участковом лесничестве. Себя лично поздравить вас с этим праздником. 70 миллионов, я думаю, это не предел. Я думаю, что можно высадить и больше. Шестой раз, как было озвучено, проходит эта акция в нашем районе. Для меня большая гордость, что она проходит в территории нашего муниципального образования, самое, наверное, основное и главное, не только их посадить, самое главное, наверное, еще за ними ухаживать. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы сегодня, когда посадим с вами наши новые деревья, будем за ними ухаживать. Акция проходила у нас в районе уже шестой раз. По дороге к шалашу Владимира Ильича Ленина участники мероприятия высадили 20 саженцев ивы шаровидной. Предварительно с участниками был проведен подробный инструктаж. В мероприятии приняли участие представители Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова, Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, руководство Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу, а также юные волонтеры школьного лесничества «Гагарка». Мы лесничество «Гагарка» 545-й школы, и мы приехали на акцию «Сохраним лес» в память о погибших людях на войне. У нас ежегодно, два раза даже в году, происходит всероссийская акция, и вот в Санкт-Петербурге на территории курортного лесопарка, это городские леса, в шести лесничествах у нас даже по несколько раз. Вот и сегодня две акции происходят именно на этой территории. В воскресенье будет акция. Это сажаем, высаживаем деревья. Здесь вот будет сегодня посажено 20 ив шаровидных. Эти ивы, которые тут когда-то лет 30-40 были посажены, они, может, еще 10 лет постоят, взамен их мы уже как бы сажаем. Здесь как вот за моей спиной стоят года два посаженные, 100% приживаемость. Эти ивы выращены у нас же на питомнике, сами выращиваем, сами сажаем. Поэтому здесь это очень такая необходимая вещь. Здесь, на курортном лесопарке, ему за что отдельное спасибо. Мы уже не первый раз собираемся. Мы здесь собирались из Генеральной прокуратуры, сажали. С кем только не сажали, именно лес. Приобщаем людей. Именно к восстановлению лесов, не только его использованию этого леса, пилить, рубить, ходить по нему, пачкать, а самое главное – это восстанавливать лес. И самое важное, чтобы сегодня все прониклись, что посадив сегодня одно дерево, мы оставляем это для нашего поколения. «Сохраним лес» – традиционная всероссийская акция. Проходит в целях привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России. Посадка деревьев проходит в региональных лесничествах на 22 площадках во всех районах области. На 2024 год Ленинградская область на 92% выполнила план по искусственному лесовосстановлению. Акцию у нас федеральная, присутствует много народа. Мы рады, что к нам Сестрорецкое лесничество всегда все с большим удовольствием приезжают, активно откликаются на данные мероприятия. Будем и дальше проводить подобные акции.